кино. На истории игрушки 4. Четыре игрушки уже есть. Интересно, кто же мне попадется еще? Всем привет, привет. Мы на канале Ромайки. Сегодня мы пришли в кино на историю игрушек 4. У нас есть время. Мы откроем эти коробочки. А также выберем еще одного дракона для конкурса. Если любишь конкурсы с драконами и самодельные сюрпризы, тогда подписывайся на наш канал и ставь лайк. А мы начинаем. Софи Котик, привет. Лисичка Фокс, привет. Сегодня у нас Бобби. Это пастушка, невеста шерифа Вуди. Она такая милая, у нее такие же выпуклые глазки красивые. О, посмотрите, у нее стразинки. Одна, не одна. С ней на бой ушел такой палашек. Она же пастушка. Кто бы мог подумать, шериф Вуди. Эта сладкая парочка даже в Хэппи Мил вместе. Как и Бо Пип, это герой первой серии истории игрушек. У шерифа тоже такие же выпуклые глазки, как и у всех скришек. Мягкая голова. Посмотрите, да, это же пузырики антистресс. Мама, давай полопаем. Лопается, такой обутор не стреляется из пистолета. Привет, Света Куценко. Игорь Жилвицкий, привет. Это мой любимый Баз. Это старый герой Баз Лейтер. Это астронавт и самый верный друг нашего шерифа Вуди. Голова у нас тоже мягкая, как и у всех скишей. Глазки выпуклые. А что же это? Давайте постучим по этой детальке. Светится! Последняя игрушка на сегодня. Ой, это злюка-гадюка. Это же Бадди-Бадди, вредная и злая кукла. Она будет строить козни Вуди и Баз Лейтеру. Ой, Руслан, давай не будем больше рассказывать, а то ребятам не будет интересно смотреть этот мультик. Точно. Посмотрим, что не особенно. Глазки. И стразинки под цвет ее рыжих волос. Украшалочка. Постойте, а что это за звук? Это какая клеймушка же. Это для малышей. Посмотри, сколько у нас уже много игрушек. Подсказочка на прошлую распаковочку в правом верхнем углу экрана. Коля Круто, привет! Эля Киреева, привет! У нас уже 8 игрушек. Осталось собрать еще 4. Ну что, мне пора кино. Пока-пока! Олеся Юрина, привет! Совсем забыл! На канале мы будем разыгрывать еще... Рамгильду! Да! Ждете конкурса? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Наши победители 100% получают призы. Привет, романики. Я Олеся, победительница 3-го этапа конкурса на дракончиков. Вот такой вот дракончик мне пришел. Спасибо вам большое, романики. Желаю вам много-много подписчиков и успехов в продвижении.